Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению Trafficlu, где мы собираем биткоин сатошки без вложений. Вот оно, вот это вот расширение. И я вчера заказывала вывод, значит, 6431 от биткоин сатошику. Значит, минимальный вывод отсюда 6000 биткоин сатошек. Комплектед. Ну, все выплачено, значит. Значит, после того, как записала видео, я пошла на почту, письмо пересмотрела, и там было написано, что вывод обрабатывается в течение 24 часов. Замечательно. Ну, думаю, ну, проверю. Правда, все вот. Сейчас перейдем на кошелек. Пожалуйста, 15.05.19 год. Вот еще в пединге. Вот оно. Пединг. Так, давай. И вот плюс 6431 BTC. Так. И здесь 6431. Все супер. Платит даже быстрее, чем вот у меня есть другое там расширение. Тоже там вывод 11 дней. Ну, это очень много, конечно. Я и думала, ориентировалась, как бы, что тоже пойдет. Но нет, в районе 24 часов вывод все пришло, все замечательно. Рекламка просматривается быстро, капча легкая, на раз, два, три. Тут можно, как бы, раз в день она, как бы, появляется в определенное время. Вот, всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.